Здорово, чуваки, сегодня мы сыграем на Медовом Рике через первый аспект. Герой получает дополнительный опыт за совершение убийств и помощь в них. Сегодня у меня в планах взять какой-то там 7-8 уровень, собрать 2-3 в рейсбенда в зависимости от сложности линии, купить фейз и мидлейс и просто драться, драться и еще раз драться, зарабатывая опыт и голду с аспектом. Мы не будем стоять в лесу, что-то там выфармливать, стакать. Вот 8-я минута, и мы идем гангать, уничтожать вражеских оппонентов. Рейтинга 3200. Приятного просмотра. На линии стоим против инвокера. В принципе, я думаю, мы нормально простоим. Хоть и Рики супер слабый на линии, но, слушайте, есть пути отхода и наступления. Это наш второй и третий скилл. То есть, если уметь этим пользоваться на линии, мы можем и урон особо не получать, и крипов нормально добивать. Угу. Спалился, видите, как двигается. А мы ФБ хотим какое-то? У нас есть гранатки? Контроля мало, там контроля много. На Джекира пусть, не, нормально, на Джекира пусть подойдет, будем драться в суисайд прям, давайте. На Джекира, иди сюда, ну иди сюда. Была не была, чуваки. Надо Леона, чуваки, первого Леона надо. У меня стычки сока. Надо Леона первого, надо Леона, чуваки, надо Леона. Я на себя отвлекал. И, я не знаю, кентавра можем мы? Все равно сотка у меня. Ну, меня блочат здесь, блокируют жестко. О, вот так можем. А я один умный оказался здесь. Не, так... А, так можем, да. Дальше, дальше, в Доталова. Нормально, нормально. Покачался. Молодец. Один в рейсбенд, еще одно танго, сентря. Вот он ломает, блин, я закупался, не вовремя ты. Наша задача крипов вот так переагривать и стараться бить в спину, потому что у нас врожденка, увеличивающая урон в спину. Как вы знаете, вы же знаете? Вот так, во, по чуть-чуть. Здесь динаем, окей. Здесь крипу поддержим маленько, тоже окей. Главное не переборщить, потому что мне вот эти крипы прям под тавером не нужны. Нормально, еще его продамажил, кстати. Нормально здесь добил. Здесь тоже добил, этого добиваю. Тоже. Да. Нормально, 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 чё. Я не жалеюсь, 10 крипов имеем. Оп, центря находим, лол. Второй в резбенд имеется. Дальше минлейс купим себе. Я вот думаю, тучку качать или не качать. Учитывая, что у меня вообще нет маны, у Рики с этим очень большие проблемы, как видите. Я не уверен, что мне надо тучка. Хорошо. А, о, хорошо. И туда, и сюда. Ай, надо было этого. Ошибка. Не, не ошибка. Я пока что очень доволен своим лайном. Я куплю себе тапок. Опс, две кларити. Денай. Здесь добить. Успел, окей. А, ты так решил, я тебя понял. А вы знали, что можно каждый день забирать халявные арканы? Для этого нужно лишь каждые 3 часа открывать новый рундук на дока лук, выбивать оттуда руны, подниматься в топе игроков и забирать свои шмотки. Ну а для тех, кто не любит полагаться на удачу, существуют новые приключения, в котором можно забрать 3 гарантированные арканы за выполнение легких заданий. Кроме того, в конце вам подарят один из самых дорогих предметов в доте, плюс откроют доступ к 3 секретным рундукам, откуда вы получите еще больше рун. А значит, сможете принять участие в раздачи того самого Бэйби Рошана за 80 тысяч. Напоминаю, что все это абсолютно бесплатно. По моей ссылке в закрепленном комментарии вы можете забрать сразу 2 бесплатных предмета уже на первых уровнях приключения. Ну и промик не забывайте. Ладно, я 3 в резмеда не хочу, это как будто слишком много. Я думаю, пока что 2 хватит. Главное спину вот крипа бить. И, ну, вы 100% добиваете крипа. Нормально, все, имеется инвиз. Делаю фейзы и иду гангать. Я не знаю, актер, чуваки. Пишите, что актер. Ай-яй-яй-яй. А я вот так делаю, да? Второй нажимаю. И руну я контролю. Это руна щита. Я бегу наверх. Мы можем кого-то убить, чуваки? Мы можем кого-то убить. Нормально. Этого тоже давай как-то пробовать. Надо пробовать. Я буду пробовать Доталова прям. Нормально, нормально, хорош. Фейзы едут, еще 2 кларити. И еще, знаете, еще надо купить? Смоук один. Оп, сломает. Ля, еще одну сентрю заказал. Вот я сходил за гангал, убил 2 героев. Еще перешел на пачку, чем иди отфармим вот это и пойдем дальше гангать. А Леон, о, давай, 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 все, все, убить его, убить его. Оп, оп.
Ой, еще килл достался. Две баунти, контролим. Я зайду сейчас за тавер, он прилетит на Леоне, мы его опять убьем, окей? Давай, 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 его, чуваки, убить, 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 убить. 5-9 нашу пользу, 5 киллов сделали, чуваки. Девятая минута. Продай. Чуваки, а можем, можем, можем? Чуваки, герой, вот, давай, 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 иди сюда, иди сюда. А можно не миссовать? Нормально, нормально. И этого убить, дурака. Убить его надо. Убить, убить, чуваки, убить. Танго жрем. Байтим на кнопки, хорошо. Нормально, нормально. Я не пытаюсь стилить, хотя мог вот этого, кстати, застилить. Че, полезный я, чуваки? Полезный. Бегаю здесь, мешаю. Мид, можем выйти с тобой? Давай, я смог нажал. Выходи, мид. Можем, 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 можем. Он без маны, он без маны. Да, ай, приятно. Ай, приятно, елки-палки. 2000 на руках. Я у вас спрошу, что я дальше буду делать? Вы, наверное, скажете, ну, диффуз тебе надо, там, по тучку будешь, типа, хорошо тыкать. Не, чуваки, это сабля. Почему сабля? У Рики очень мало, как видите, здоровья и очень большие проблемы с маной. Сабля нам дает и первое, и второе. Мне выпала самая, блядь, полезная руна в моей жизни. 10 уровень, берем левый талант, 8% МСа в инвизе, что очень приятно. А, да уже меда нет, уже смесь. Там нечего ловить. Да, сместись. Че, можем внизу убить? Можем, можем, deny tower. Го, го, чуваки, го, го, здесь два героя сочнейших, сочнейших. Вот свечу, здесь Леон, здесь фантомка. Давай, давай. А меня видно. А че, Леон не та цель, по-моему. Ну мог оставить, сука! Пи***р, блядь. Есть сабля, 12-я минута, летит уже. О, берем вот это. Спину, еще доп урон. Вообще саблей, кстати, прикольно играть на Рике, потому что даже когда чувак разворачивается, то саблей вы успеваете дать две тычки. Без сабли вы не даете две тычки в спину. То есть даже для урона эта шмотка полезная. Я иду к вам наверх, я иду, ждите. Без меня не особо, чувак, я иду. Я иду, надо, они все вафленые, надо их бить и там. Ну дайте мне что-нибудь. Смотри, вот, все пошло нахуй. Убивайте. Тоже твое. Дальше, дальше, да-да-да-да. Дальше, дальше, дальше. Ху-ху! 14-я минута. Руну опыта законтролите там все. А я здесь законтролю. 12-й уровень на 14-й минуте. У инвокера 10-й, и у него меда с травела, если еще. Смотрите, видите, видите, видите? Видите, можем, 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 можем. Надо, 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 надо. А такой хуй я не ожидал. О! Дальше. Дальше. Ах ты ж. Не! Хилимся. Убил он его, хорошо. На фантомку вниз надо выйти, помочь Тренту. Можем, я иду. У него БФ, кстати, уже. Это плохо, это очень плохо, это очень плохо. Знаете что? Я не буду делать сейчас диффуз, я просто сделаю пас МКБ нахуй. Еще прикол саблей в том, что... Как работает второй скилл? Там дается урон от второго скилла плюс ваша тычка. И если вы дали тычку и мгновенно нажимаете второй скилл, то у вас тычка не сработает, потому что большой интервал атаки. А с саблей вы можете дать тычку и сразу прыгнуть, и у вас тычка сработает. Это тоже очень важно на самом деле. Это такая механика с интервалом атаки и со вторым скиллом. Можем убить Никса. Ходит здесь. Он тебя обидит, он тебя обидит. Не подходи ты к нему вплотную. Он же, блядь, аспект имеет. Блядь, аспектов все равно способность. В смысле? Он инвиз палит. Он инвиз палит в районе 350 вокруг тебя. Я себе, я и не знал. Я ебать смотрю, ты аж что делаешь. Он тебя спалил. Пошли кушать. Тебя проблема? Нашли, походу. Тебя да, ебать. За. Могу на крест любого посадить, идем. А, я понял, хорошо. Будем знать, блядь. На крест любого? Я в миде не знаю. Они как будто нас ожидают здесь и увидеть. Надо как-то их перехитрить. Нельзя идти в мид, короче. Ну давай. Она на, там есть еще кто-то, она на кого-то нажала второй скилл. Они здесь, они к свинвизе, они к свинвизе. Че, будем пробовать?
Ай, на мне хекс повесился. Ушли, хорошо. Отзонили, я специально так прыгнул. Убить, убить, убить. Хорошо. А, над башню спушили. Хорошо, файт выиграли. Хороший вижен. Имеется Аегис, 22 минута, счет 12-24, 10-0 идем, чуваки, 10-0. Ну все, нам на этой линии больше нечего делать. Можем либо забрать Грызателя нашего, либо пойти по топу. Я бы внешки попушил. Типа нельзя сейчас бить Терментора, это время, а там Фантомка фармит, Инвокер фармит. 15 уровень, берем правый талант, 50 дополнительной ловкости от третьего скилла. МКБшка имеется. Слышишь, Фантомка сюда пошла сейчас. Я бегу, меня ждите. А, на миде. У меня МКБшка, я сильный жестко. Нормальный урон? И приехали еще до стейки для атака. А, ну, а я убью этого вам, помогу. Не, мы слишком сильно. Я уже, по сути, законтрил фантомку. О-о-о-о-о! И диффуз не надо! И диффуз не надо! С трентом. А чё? А чё случилось? А чё случилось? А у меня нормально все, чуваки, Аега реализована. Давайте дальше. Плохо, мы их ловим. Давай попробуем, давай попробуем. Да бэкай, бэкай, бэкай. Кого-то не хватает с нами, как будто, кого-то нету. Ох, ёпта. А можно прыгнуть, блядь? Прыгнул, 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 прыгнул. Они все лу хпшны, не хватает. Нет, блядь. Ладно. В трон как будто надо. Вот просто в трон, чуваки, не затягивая. Красота, это красота, бля. Здесь на реке комфортно. Доджится все дерьмо. Ветра, ЕМВшки вот эти, станы, карапасы в третьем скилле. Просто по кайфу. Как будто даже сейчас можно аганим собрать, да? Я бью вот дурака. Ой-ой. А есть хелп? Я сейчас умру, нахуй. Прыгай на меня просто. А у меня маны нет, чтобы прыгнуть. Чуваки, хелп, я сейчас сдохну. Я даже не буду уставать с инвиза. Пусть допушит. ГГ, молодцы. 27 минут. 13-1-12. Прикол такого Рики, что он работает, когда у вас есть команда. То есть, если у вас нормальные тиммейты, то этот Рики будет очень комфортно играться. Если это будет такая игра, где типа 2-20, там вы не выиграете. В принципе, советовать я вам это не могу. Решайте сами, это не гайд. Я просто захотел поиграть на Рики медовом.